Складной нож от компании Zero Tolerance 0220. Крайне интересная моделька дизайнерства Йенса Ансо. Ножик достаточно лаконичный, если не сказать аскетичный, и имеющий очень плавные формы. По габаритам он достаточно крупен, но тем не менее на кармане будет сидеть на ура. Ножик в целом имеет довольно серый тон, серые накладочки, стоунвошенный клинок, без каких-либо маркировок, за исключением обратной стороны. Выдает его только вот такой вот анодированный бэкспейсер, в котором сделано отверстие для темляка. Клипсы глубокой посадки для правши, для левши. Ножик флиппер на подшипниках, поэтому механика у него чудесная из любых положений. Сталь в данном случае используется CPM S35VN. Хорошая золотая середина для любых работ. Сведен достаточно тонко, спуски высокие. И также ножичек имеет небольшую рекурву, поэтому на протяг будет резать просто на ура. Ложится прекрасно абсолютно в любую руку. Также тупье ножа и кусок его плавника можно использовать как небольшой чойлик для более каких-то точных работ. В общем, очень интересная моделька.